наша поездка. Что полезного вы вынесли из этого практикума карьерского? Ну, смотрите, я уже аксакал, я уже не первый раз с акваш-школой присутствовал и в Кисловодске тоже, и был на форумах рыбоводов. И вот сюда меня позвали, я с удовольствием приехал по той причине, что прекрасные организаторы, прекрасная команда, прекрасные люди собираются со всей России, делятся своим опытом. И мне очень нравится, что люди занимаются производством. То есть это трудоемкий вопрос взять, вырастить рыбу, продать ее. И я считаю, что я хочу быть сопричастным к этому направлению деятельности, поэтому изучая и как опытный предприниматель иду по пути сначала изучения. Вот та команда, которая собирается, эту возможность дает, эти площадки, это коллаборация, поэтому если я, наверное, приму решение, ну, у меня будет, наверное, самый лучший бизнес в Башкирии по рыбоводству, у меня будет своя компетенция, я смогу ей также делиться, и вот эти площадки, они, то есть, как бы нужны, потому что оно сближает, оно позволяет предпринимателям расти и решать вопросы отрасли. И когда мы будем вместе понимать, что нам нужно, мы можем и с властью разговаривать. Поэтому эти вещи, то есть, как бы, молодцы, что делаете. То есть, как бы, вам успехов, счастья, здоровья. С Новым годом!